Invictus Gaming, Китай. IG – одна из самых титулованных киберспортивных организаций Поднебесной. Главное игровое достижение IG – чемпионство на The International 2, добытое в битве с украинскими Na'Vi. Состав с тех пор практически не изменился. YYF – Ferrari, Luo, Чуань, Fate. Свой первый сезон SLTV Star Series IG провели на высочайшем уровне. В групповом этапе китайского дивизиона Чуань и компания не оставили шансов соперникам и выиграли все 7 матчей. И тут же в ответочку от Чуаня по твоим иди сюда, говорит Чуань. Минус 4 и ГГВП. Проблемы начались на стадии Double Elimination. Сначала поражение от извечных конкурентов в лице Team DK со счетом 0-2. А затем упорнейшее противостояние с командой Ньюби. Лишь на третьей карте IG склонили чашу весов в свою пользу и получили заветную путевку на глобальные лан-финалы SLTV Star Series. Сяуэйт, все проблемы! Умрет Сяуэйт, отстань! Элитарно, поварды добивают расовые, это минус, Эйншин опоришен. Т4 падает. И 20 секунд, за 20 секунд. Т4 падает, трон. И осталось это четверо. ГГ. О мой бог! Это стоило этих 55 минут. Да уж. Invictus Gaming. Чемпионы мира будут в Киеве.